Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить очень вкусное блюдо из лаваша и фарша. В принципе, начинкой в этом блюде могут послужить любые продукты. Это может быть, там, допустим, картофель, жареный с грибами и посыпанный сыром. В моем случае сегодня будет у меня фарш, фасоль консервированная в томатном соусе, немного замороженной фасоли и зеленого горошка, лук и перепелиные яйца. Если вам интересно, как это блюдо будет выглядеть и как оно готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и первым обжариваем лук до легкого золотистого цвета. Выкладываем фарш. Выкладываю замороженную зелень. И фасоль. Теперь в форму для запекания выкладываем лаваш или, в моем случае, мексиканские лепешки. Вот таким образом делаем импровизированную тарелочку. И выкладываем в нее фарш с фасолью. У меня перепелиные яйца, но вы можете взять простое одно яйцо и разбить, или два. Ну а теперь убираем духовку, которая разогрета на 180 градусов, чтобы запеклось яйцо и все ингредиенты соединились. Ну что ж, вот такое красивое, замечательное, вкусное блюдо у меня получилось. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!